С вами Маки Чародей Антон Чалей. И сегодня мы рубанемся в Слизарио. Игра хоть и плагиат, но получилась очень четенькой. И поиграв в эту игру до видео, я выработал некоторые тактики. У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались? С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Первая тактика борзого гопника. Вы берете и просто доебываетесь до всех. Просто до смерти доебываетесь. Че такой большой, а? Ничего, доползался. Отличная тактика. Вторая тактика быстрого червя. Вы просто берете и все время ускоряетесь. Минус в том, что вы тоже иногда не успеваете соображать. Тактика мирного червя. Нужно есть только корм и бежать от всех вообще нафиг. Четвертая тактика. Тактика подсоса. Подсоса. Нужно подсасываться к большим червям, если вы понимаете, о чем я. And his name is John C. Вот, ребята, и я попробовал себя в новом жанре. Ваши комментарии с прошлых выпусков, тут вы можете нажать на кнопочку и посмотреть все фокусы подряд. Их там очень много. С этой стороны вы можете нажать на кнопочку и подписаться на канал, не пропускать новые видео, которые выходят целых 2 раза в неделю. Также, если вам понравилось видео, можете поставить свой царский лайк, написать внизу какой-нибудь комментарий. Самые интересные из них попадают сюда. Всем пока!